Отдел ЗАГС Алаяховского района не выполнил план работы за прошлый год. Об этом сообщила руководитель отдела Елена Портнягина во время работы районного семинара специалистов органов местного самоуправления. По ее словам, из запланированных 119 актовых записей выполнено 95. Ну а главной темой обсуждения на семинаре стали обязанности муниципальных служащих, ошибки, выполняемые при составлении актов гражданского состояния и многое другое. Ну, показатели последних 5 лет рождаемости в Улусе снижаются. В 2016 году на свет появились 20 девочек и 13 мальчиков. Из них 6 – это первенцы в семье. Также смертность у нас в 2016 году в Улусе зафиксирована самая маленькая смертность за последние 6 лет.